Итак, господа. Друзья, подписчики моего канала, всем привет. Сегодня мы собрались в этом видео для того, чтобы обсудить такие детали, как если у вас есть в хозяйстве какие-нибудь инструменты, которые улучшают вам жизнь. Вот, и на данном этапе у нас эта пила Партнер 350S. Пила, в принципе, неплохая. Вот, она у нас прослужила где-то, наверное, года 3-4, ну где-то вот так. Вот. Дальше что с ней произошло? Дальше с ней произошло. Она стала плохо заводиться, стала плохо пилить из-за того, что оборота ей не хватает. Вот, и просто-напросто. Что я с ней только не делал? Вот, снимал карбюратор, вот, продувал, прочищал. Вот. Но единственное, что крутил, там есть такие гаечки-болтики. Вот здесь вот они находятся. Вот тут вот. Два. Вот. Крутил их. Но единственное, не зная, сколько оборотов все это нужно, у меня, естественно, пила не работала. Сегодня, прокопав в интернете информацию, вот, я пришел к такому выводу, что эту пилу можно восстановить. Вот. Но на смену, конечно, в деревне этой пиле пришла другая китайская пила, она более мощнее такая. Если вам нужен будет обзор, я обязательно пишите в комментариях, расскажу о ней, покажу. Вот. Ну, об этой пиле что можно сказать еще дополнительно? Вот. Устройство у нее все очень самое простое. В комплекте идут чехол, шина. Это, по-моему, не написано, какая шина. Ну, в общем, шина. Так. Цепь. Вот, но это еще цепь еще хорошая. Вот, кстати, кому будет интересно, я размещу тоже видео, как вот такие цепи точить на специальном станке. Так, чтобы дойти до вот этого регулировочного болта, вот здесь вот, что нам нужно? Нам нужно придумать специальный ключ, так как в комплекте с этой пилой шел только вот такой ключ. Вот. Обычный, стандартный, отвертка. Не знаю, он будет видно, не будет. Вот ключ мой выглядит вот так вот. Сейчас я покажу. Вот видите, с одной стороны я немножко заплюснул. Так, первый регулировочный винт под буквой L. Вот, под буквой L, вот здесь вот написано. Я завернул 2,5 оборота. Вывернул, точнее. А второй под буквой H, или под буквой русской N, я уже закрутил на 2 оборота. Так, ну давайте посмотрим, сейчас вот я вот разберу. Сейчас, в принципе, пила у меня уже отрегулирована. Так, вы скажете, как вот, крутя вот такую штучку, вот, ну,
поймать 2,5 оборота. Вот она. Так, смотрите, не знаю, будет видно, не будет. Вот здесь вот я сделал меточку. Во. И, соответственно, на самой вот этой шпильке, на вот этой самой шпильке, я тоже сделал метку. Давайте открутим, посмотрим. Вот так вот выглядит жиглер. И вот. Вот такой вот спецключ. Ну, конечно, я придумал свой спецключ. Вот так вот он выглядит. Так, ну что, давайте закрутим. Так, закручиваем ее до конца, до упора. Так, ну все. Вот, и вот эта метка у нас вот совпала с этой меткой. Теперь крутим против часовой стрелки, откручивая этот регулировочный винт. Так. Вот, один оборот. Так, сейчас мы для профилактики, не для профилактики, для того, чтобы убедиться, будет работать или не будет, сделаем вот 1,5 оборота. Так, и вот нижняя часть. Тоже у нас попала вот сюда вот. Ну что, пробуем? Сейчас пилу перенесу сюда. Будем пробовать заводить с помощью заслонки. Видите, она заводится, но очень плохо. Так, что мы теперь? Это получается, по ходу дела, смесь чересчур обогащенная. Так, теперь закручиваем назад. Один оборот. Так, 2 оборота и половинка. Все. Так, пробуем, заводим. Так, ну давайте еще раз попробуем. Так, теперь нужно подрегулировать свободный ход.
Так, ну вот, друзья, в принципе, что хотел я показать вам. Я уже показал, давайте еще раз я покажу. Вот этот ключ, обычная трубка, обычная. Вот, можно, конечно, открутить вот эти регулировочные, как его, джиклеры и нарезать там такую вот резьбу под обычную отвертку. Ну, в принципе, мне этот ключ устраивает. Вот, дальше чем к нему, конечно, может, что-нибудь придумаю еще. Так, ну вот. Ну все, в принципе, друзья, вот что я хотел вам рассказать. Не бойтесь, ремонтируйте сами такие пилы. Здесь ничего, по сути дела, страшного нету. Вот. Незаменимая техника в деревне, ну и не только. Вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Наверное, кончился бензин.
Thank you.